Итак, последний доклад. Нам предстоит услышать Марию Владимировну Тищенко. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Большое спасибо за возможность выступить за такую интересную тему конференции. Тема моего выступления – «Черный юмор как инструмент критики современного общества» в романе Мишеля Уэльбека «Серотонин». Такое явление, как черный юмор, приобретает все большую популярность и востребованность. Особый комический эффект, базирующийся на цинизме, абсурде, высмеивание таких мрачных тем, как смерть, физическая неполноценность, религия, расовая гендерная принадлежность, насилие. Все это отражает тревожность и неопределенность в мировоззренческой картине современного человека. Сам термин «черный юмор» возникает у Бисманса в 1880 году и активно затем употребляется в сюрреализме, начиная с 1936 года. Одним из первых его пропагандистов, составителем антологии черного юмора, был Андре Бретон. Образцы черного юмора сюрреалисты обнаружили в литературе различных времен и стран, в античности, у Свифта, Вольтера, Маркиза де Сада, Кэрролла и других, в традиции готического романа и в философские корни черного юмора, также в понимании сюрреалистов ведут к Гегелю и к Фрейду. Однозначно четко сформулированного и официально закрепленного определения такого сложного и многогранного явления, как черный юмор, не существует, так как понятие черный юмор является весьма обширным и многоаспектным. Он вмещает в себя множество смыслов из разнообразных областей человеческого знания – психологии, философии, социологии, литературоведения, культурологии, физиологии. В словаре мировых литературных терминов мы находим следующее определение – черный юмор, обнаруживающий, это юмор, обнаруживающий предмет своей забавы в опрокидывании моральных ценностей, вызывающих мрачную усмешку. Бостонский словарь мировых литературных терминов дает следующее определение. Это юмор, обнаруживающий предмет... Новый маленький Робер дает следующее определение черного юмора. Это форма духа, состоящая в представлении реальности таким образом, чтобы выявить ее приятные и необычные аспекты. То есть черный юмор и его различные стороны отражают негативную сторону реальности, затрагивая трагические, болезненные темы, запреты и табу. Черный юмор раскрывает истинную реальность, позволяя автору писать отстраненно. Благодаря черному юмору автор может бороться с развращением людей, говоря на табуированные темы. Отличительной особенностью черного юмора является то, что он высвечивает болезненные и жестокие проблемы, с которыми сталкиваются люди и общество, представляя их в комичной и циничной обстановке. Почему же именно черный? Обычно черный цвет считается цветом траура, печали, зла, меланхолии. И как и черный цвет, черный юмор часто определяет проблемы, связанные со смертью, с моральным или социальным упадком. Черный юмор позволяет передать эмоциональное состояние человека. Однако не все люди могут высмеивать такие понятия, как смерть или болезнь, разложение или упадок общества. Различные языковые приемы способствуют тому, чтобы вызвать улыбку или же смех. Для создания комического эффекта используются различные стилистические приемы. Например, один из часто использующихся – это эффект обманутого ожидания. Как правило, черный юмор создает значительный эффект неожиданности, потому что его не ждут. Речь, как правило, непрерывна, линейна, то есть появление каждого отдельного элемента подготовлено предшествующим и само подготовляет следующий элемент. Читатель ожидает его. И если на этом фоне появляются эффекты малой вероятности, то возникает нарушение непрерывности и неожиданное создает сопротивление восприятию. Преодоление этого сопротивления требует усилия со стороны читателя и поэтому сильнее на него воздействует. Как я уже сказала, черный юмор является достаточно сложным приемом, поскольку требует большого литературного таланта и абсолютного умения говорить о самых серьезных сторонах жизни в комической и саркастической манере. Мишель Уэльбек – популярный французский писатель. В своих произведениях он раскрывает глубокие философские проблемы современности в их переплетении с жизненными наблюдениями. Автор позволяет себе многозначные культурные отсылки и перечисления научных фактов. Он экспериментирует с сюжетами и мотивами, синтаксическими и лексическими конструкциями. Дискурс Мишеля Уэльбека предельно честен. Правда лежит в центре его размышлений о собственном искусстве – она как компас, который помогает писателю ориентироваться и направлять своего читателя.
Ненависть к самому себе, выраженная в поведении героев автора, кажется следствием разочарованного идеализма. В романе «Серотонин» Мишель Ульбек рассказчики и персонажи эмоционально реагируют на реальное. То есть в глазах рассказчика мир заслуживает презрения или вызывает моральное или эстетическое отвращение. Иногда кажется, что автор использует истерическую призму, чтобы позволить читателю увидеть мельчайшие подробности. В романе «Серотонин» черный юмор позволяет дистанцировать негативные последствия всей общественной жизни. Этот роман рассказывает историю своего героя, которому 46 лет. Это лишь небольшой пример для других молодых людей из французского или европейского общества в целом. Он решает исчезнуть, чтобы искать новую жизнь в другом месте, точно так же, как тысячи людей каждый год во Франции. Он страдает от неудач в различных областях жизни, будь то профессиональная сфера или любовь. Мои собственные профессиональные устремления были менее четко определены, и неудачи этого факта менее заметны. Тем не менее, у меня было достаточно явное чувство, что я до сих пор скучаю. Его единственная любовь, Камила, оставила его, когда обнаружила его измену с другой женщиной. После их разлуки она работает ветеринаром в Нормандии, где живет со своим ребенком. И это делает невозможным любовь, воссоединение и брак. После череды неудач с женщинами изменилась его вера в любовь, вера в отношения и само отношение к женщинам. Он ищет и пытается найти истинный смысл своей жизни, однако ему не удается это сделать. Через это произведение писатель хотел донести до своего читателя, что происходит в его обществе и что скрывается за маской счастья и совершенства европейского мира, который он неустанно критикует. Так, например, он пишет: «Испания, как и все страны Западной Европы, втянутая в убийственный процесс наращивания производительности, постепенно упразднила все рабочие места для людей без квалификации, которые когда-то делали жизнь чуть менее гадкой, и обрекла тем самым на массовую безработицу часть населения. Чувство счастья трудно достичь в ослабленном обществе из-за многих трудностей, встречающихся в повседневной жизни. Этот поиск счастья занимает умы европейской молодежи и является великой несбыточной мечтой, как в случае с главным героем, который говорит: «Я принимал идею смерти, все легче и легче. Конечно, я хотел бы быть счастливым. Доступ к счастливому сообществу, все люди этого хотят. Но в любом случае это не имеет значения на данном этапе». Кроме того, он выражает свою грусть и возрастающее с каждым днем желание остаться одному в пустынных и уединенных местах. Мне кажется удивительным сегодня вспоминать свою печаль. Пока я ехал на малой скорости по пустынным ведомственным дорогам, я должен был спуститься еще южнее, отбросить всякую надежду на возможную жизнь. Я не мог выбраться из нее по-другому. Именно в таком состоянии я начал посещать башни, которые тянутся между Порт-де-Шуази и Порт-де-Ври. Пришлось искать пустоту. Белое и голое окружение почти идеально соответствовало этому квесту. В отдельных местах этого романа писатель показал разрушительную психику своего героя, его постоянную усталость. «Моя встреча в метро Монжи заняла у меня более 20 минут. Я шатался, как старик, и задыхался от боли, от той непонятной боли, которая иногда приходит к старикам, и которая есть не что иное, как тяжесть жизни. Итак, я был на той стадии, когда животное, стареющее, ушибленное и чувствующее себя смертельно раненым, ищет убежище, чтобы окончить там свою жизнь». Смерть – сильная тема в тексте. Неоднократное желание героя умереть и уйти из жизни, чтобы найти вечное утешение и отдохнуть от забот и проблем в жизни, помимо смерти его родителей и его близкого друга Америка. Со временем я сформировал небольшую сеть терапевтов, каждому из которых было поручено наблюдение за одним из моих органов, чтобы не допустить, чтобы я столкнулся до часа моей фактической смерти с преувеличенными страданиями. Использование Мишелем Ульбеком черного юмора в качестве писательского приема как нельзя лучше подходит к темам, затронутым в романе, поскольку помогает автору хорошо описать несчастье европейского общества, позволяет глубже проанализировать свое ужасное окружение и мир, в котором он живет. Именно поэтому современный черный юмор может рассматриваться как способ особого переживания и критического осмысления окружающей действительности, мирового культурного опыта, а также средство духовного и нравственного сопротивления личности разрушителям явления. Его роман изобилует скрытой иронией, которую не так просто разглядеть за простой повествовательной манерой. Роман «Серотонин» помогает честно относиться к жизни и оценивать ее объективно. Автор показывает нам мироустройство таким, какое оно есть, без прикрас и преувеличений. Он протестует против системы и ведет своеобразную летопись мировой депрессии.
Воля человека в обществе потребления по Мишелю Уэльбеку подавлена и угнетена. Логика супермаркета провоцирует распыление и отсутствие осознания своих истинных желаний. Причем речь идет не только о потреблении материальных благ, но и о потреблении отношений и идей. Человеку важна его статусность, то, как к нему относятся окружающие. Черный юмор, который использует автор, побуждает к познанию, помогая тем самым осознать читателю свою индивидуальность, развить личностное самосознание читателя путем преодоления стереотипов массового мышления и сознания. С другой же стороны, он служит стимулом для автора, стимулом к непрерывному и непрекращающемуся развитию и к самопознанию. Спасибо, я закончила свое выступление. Спасибо.